Всем золотого метра, друзья, что у меня Зай. Я сейчас иду в машину, сегодня будет очень прикольный вложик. Мы с другом решили поехать в батутный центр. Надеюсь, вам это видео очень сильно понравится. Если понравится, мы будем дальше по всяким местам ездить. Так, сейчас я буду садиться за руль машины. Так, надо закинуть портфель. И сесть за руль. Опа! Давайте подвинем сиденье немного, а то дед у меня эту машину опять конфисковал. Так, заводим. Задний ход. И поехали. Ребята, утки! Утки по течению плывут. Что ты на это скажешь? Что ты скажешь на то, что утки по течению плывут? Это прекрасно, это красиво. Это очень красиво. Тем более, смотрите, весной. Как они смотри, плывут. Смотри, смотри, его пытаются унести. Смотри, встай, как они. Нет, смотри, это пытается против течения плыть. Друзья, у нас заминочка, не туда поехали. Какой? Ну, то есть туда поехали, ну, блин, автобус ждать 25 минут. Дебил ты. Вот что я скажу. За мной одни путешествия, короче, он хочет сказать. 433. Потянул твою задницу туда. А это вообще вниз башкой. Вот, смотри, жопу. Я знаю. Пошли. Вот, дорогие друзья, мы в Заречье. Заречье – заповедник. Сейчас мы вам покажем Заречье. Друзья, мне подарили ключ от города. Ну, как нет, начал я. Мы уже потом в центре верха. Мы немножко раздевалки сначала перепутали, зашли в женскую. И сейчас хотим посмотреть, что это будет. Это ни в коем случае не поможет. Конечно. Батутный центр вверх. Приходите, ребята, Новомосковский центр. 4 минуты. 4 минуты? Пойдем. Заплати вместо 60 рублей 500, потому что за 12 часов можете и зарегистрироваться. А это очень хорошо. Особенно с нашим бюджетом. Мы идем по блоге. Будем так, прыгать на батуты. Я хоть и оператор, но сегодня буду я ведущий. Давай. Так, камеру будем. It was only for the summer. I know, every moment I was with you. I know, I was losing track of time. Living for the minute. Вот такая природа здесь. Смотрите, лебедь раком щуку. Ну блин, а? Нашел, кем обосрать. А ты что эти привидения снимаешь? Я снял.
Нашел, как обосрать. Смотри, как они. Смотри, как он ест. Смотри, смотри, смотри. Жал берет. Смотри, смотри. Жал. Ребят. Мы кормить не будем. Да. Но мы их посмотрим. И сколько стоит? 100 рублей, друг. Ну вас нахрен. Ох ты, ё. Вань, смотри на эту цену. Напоминать лайфхак. Беспределем, да? Это не беспредел. Это все по-натуральному. Ага. Запрещено курить. Кому как, экологии нет. Москвичам может быть, экологии нет. Блин, пипец. Надманчик, а. Чего? Не мы такие, а жизнь такая. Ты на данный момент москвич. Я на данный момент Калуга. Москвич. Калуга. Ты сейчас где живешь? В Москве. Ну вот. Тем более в новой. Ты новый москвич. Вдвойне новый корни москвич. Корни мои калужские. Я Калуга. Передавай привет своим. Они тебя смотрят. У меня из Калуги там 10% почти смотрят. Ребята, всем привет, калужки. Ребят, мы сейчас сидим в Якиторе. Что ты скажешь? Сейчас думаю заказать какое-нибудь одно блюдо на 500 рублей. Давай попробуем. Пока все, да? Через сколько примерно будет? Минут 15. О, юбилейный 10 рублей. 2015 года. Нормально. Слушай, я надеюсь, недолго, потому что их дед раньше приедет. Недолго. Нам придет с собой брать. Подожди, ну чего, ну возьмем с собой что-то такого. Да, решили пацанчик поужинать. Ребят, если вы хотите в боулинг, ставьте лайки, мы обязательно на него сходим. Как-нибудь. Когда деньги опять будут. Мы сегодня все потратили. Минус 1800 рублей. Да, это маленькие деньги. В наше время мало. Раньше это были большие деньги. Ну, в 2010-2015 году. 2015 год. Это было большие деньги. Тогда еще кризиса не было. А сейчас родители готовы отдавать денег, чуть ли не 10 тысяч, они могут эти деньги просрать в шоу-бин. Только на еду. Нет, ребят, мы вам рекомендуем Якиторию, но как бы цены тут большие. Как бы... Рекомендуем и не рекомендуем. Видите, как бы рекомендуем как ресторан, не рекомендуем по цене, очень дорого, но не стоит это. Угу. Легче пойти в тот же хаус, без хаус. Не, есть там по 99 рублей. В интернете там цены маленькие. Блин, на что? Не нам. Фляжка из фикс-прайса. Фляжка из фикс-прайса. А у меня настоящая вот. Есть. Теперь буду на работу таскать. Красота-то какая. Надеюсь, камера к этому времени не разрядит, потому что он опять начинает... Ты дурак, который идет по льду! Илюха, не надо дальше! Блин, дурак, а! Нифига себе маленькая! Около 7 метров! У меня еще ботинки дырявенькие немножко. А что если вон туда? А, нет, там это закрыто. Туда не пробежишь. Ой, кто-то бежит.
Вообще, тут значок, пойду заходить, запрещено. Вот такие, друзья, у нас путешествия, тем более по льду. Во-во. Во-во. А он боится. Я боюсь, конечно, 7 метров глубина. Да не бойся, ты, ё-моё. Градусов много. Холода. Снимаю, снимаю, в том-то и дело, что я снимаю. У меня камера разряжается, походу. Или он глючит, я не пойму, либо он разряжается. Что говорит, сколько 5 метров? 7. Всего-то! Да. Да. 9-метровый, наверное. Я хочу с 10 метров прыгнуть. Или хотя бы 7. Под мостик. Блин, Илюха. Да нет, ссы, я сам боюсь. Не ссы, я сам боюсь. Хорошо сказал? Отли на берег, а тут... Какой ты добрый, слушай. Давай руку. Я прошел, иди. Ой, моя нога заутонула. Илюх, я тебя прибью. Я тебя, конечно, по граде, по луже возил, но не до такой же степени. Снег. Да, я снег вытряхну. Чё ты? Эй. Ай. Идем. Сейчас, подожди. Ну, не могу я так. Ну, я соскальзываю. Там включим. Здесь авторское право, да, там включим. Тем более, если не знать, авторское право или нет. Чего? Ничего. Авторское право. Ну, что, серьезно, авторское право. Я покажу авторское право. Мы сейчас будем снимать пару сцен. Вы это видео увидите, наверное, через одно видео. Это еще следующее, а потом уже самое грустное видео. Стой, там два чего стоят? Вырубать будем? Нет. Рано, рано еще. Рано вырубать, да? Ага. Надо было это, на чем он станет тогда? Полицейскому и этим, которые тебе предлагали. Одни носки, другие куртки, а третьи вот ботинки. Вот тогда надо было вообще. Тогда я на взводе был. Повел на теплый стан. Пару моментов для видео секретного. Чё скажешь? Чё сказать? Всё круто! Всё хорошо! Идём ко дну! В прямом и переносном смысле. Ну еще не идем, по льду прошли, лед крепкий. Да. Шикарная арка. Я чуть телефон не треснул. Ты че проверяешь? У нас... О, как бухает. Я не бухаю. Я пью. Вот... Водичку пью. Кока-колу. Конечно. Сахарная бутылочка, да? Не мы такие, а жизнь такая. Ребята, всем погибшим Кемерове передаем свои соболезнования родственникам. Погибшим передаем свои соболезнования. Калуга, Троицк, Москва, Медынь. Красная Пахра. Красная Пахра. И Новомосковск. И Новомосковск. Передаем свои соболезнования. И Грузия. И Грузия. Там тоже передавали соболезнования. Очень сочувствуем. Очень жалко детишек. Правда. Не те, которые взрослые. Которые очень жалко детей. Да.